Он заглянул мне в душу, словно змей. Он яблоко держал, змей-искуситель. Мне голос внутренний вопил: «Не смей!» Но возразила я ему: «Простите». От змея взгляда я не отвела и выдержала взгляд его достойно. Протянутое яблоко взяла, хоть знала, от него рождались воины. Вонзила зубы в яблоко, и сок приятно освежил сухие губы, а он стоял все так же одинок, еще не зная: ничего не будет, не рухнет мир, все будет как вчера, все те же птицы, райские деревья. Я молча улыбнулась ему с утра, в глазах все то же мудрое доверие, ни тени раздражения в душе, ни капельки сомнения, ни намека. Я съела яблоко его уже, а он стоял все так же одинокий. Сияло солнце ясное с небес, возлюбит он меня, возненавидит. Простит ли он когда-нибудь себе, что не сумел во мне змею увидеть?